Приветствую, видеоблогер Екатерина Снетко, и я вам хочу показать мои газонии. Стало прохладно, октябрь, днем тепло, ночью прохладно, плюс 8, плюс 7 градусов, но это самое хорошее время для газонии. Летом, когда жара, им плохо, и сейчас я вам покажу, как раскрываются газонии, когда на них светит солнышко. Вот они, эти красавицы. Видите, про газонии у меня много фильмов. И еще много бутонов. И если не будет заморозков, то все вот эти газонии, они у меня летом очень мучились. Но вот пошли бутоны. И вот сейчас я вам покажу, как выглядят семена. Разлетаются во все стороны. Вот они, видите, сами семена. Но газония не самосейка. Она не сможет выжить в наших условиях. Газония – это африканская ромашка. Вот смотрите, и здесь тоже, и еще много-много бутонов. Климат молдавский летом для газонии довольно суров, потому что очень и очень жарко. Но вот такая погода осенняя, ей очень подходит. И есть у меня еще газонии, сейчас я вам покажу. А будет желание узнать побольше о газонии, посмотрите мой фильм, вот этот. Не знаете, что посадить в саду? Посмотрите на это красивое растение, газония. Замечательное растение, которое будет радовать вас лето, осень, а если посадите в кашпо, то и зимой. Вот и здесь у меня газония, но видите, солнышко на нее не светит, и она сомкнула свои лепестки. Вот еще газония. И, конечно, есть бутончики и тут, и тут. Единственное, ждать от природы хорошей погоды для газонии. Газонию лучше у нас в Молдове выращивать рассадой. Очень долго она думает, если посадить ее прямо семенами в грунт. У меня только рассадой получается вот такой хороший результат. Видеоблогер Екатерина Снетко и красивое растение газония. Одно из моих любимых. А семена я собираю. Кстати, собираю на всех клумбах, где только вижу, чтобы иметь разного цвета этих красавиц. Газония также красиво смотрится в кашпо. Но, предупреждаю, лучше посадить семена на рассаду. Тогда все лето у вас будет яркое цветение вот таких красивых ромашек, африканских ромашек. Это газония. Всего доброго!